Բարև ձեզ, 24 TV-ին շարունակում է իր աշխատանքը, այսօր հյուրընկալել ենք Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանին, ում եւ սիրով ողջունում եմ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հավերն ընդունելու համար։ Ձեզ։ Պարոն Իսկանդարյան, միջև նոյեմբերի 9-ը 2020 թվականի տարածաշրջանը մի տեսք ուներ, նոյեմբերի 9-ից հետո մեկ այլ տեսք։ Ասացեք, խնդրեմ, հունվարի 11-ի Եռակողմ ստորագրությունից հետո ինչ տեսք ունի տարածաշրջանը, մասնավորապես մեր տեսանկյունից։ Я бы не сказал, что что-то изменилось. То, что случилось на днях, это следствие того, что случилось в ноябре, то есть окончание войны. Это результат того, что война закончилась таким образом, а не другим. И представлять себе, что каким-то образом принципиально по-другому можно развивать свои взаимоотношения, предположим, с Россией или с Азербайджаном, если это считать отношениями, да, ну вот то, что происходит. Сложно, в общем, как говорится в знаменитом древнеримском выражении, «Вая виктис», «Горе побежденным». То есть из того, что произошло тогда, вот, 9 ноября, следует то, что произошло. Այսինքն կռիվը, այսպես, ենթակառուցվածքների տնտեսական կոմունիկացիաներ ունենալու համար էր։ Нет, конечно, далеко не только. И далеко, более того, я совершенно не уверен, что все пройдет таким образом, как написано в этом тексте, хотя написано в нем, между прочим, довольно не очень ясно. Но Азербайджан, проведя вот эту операцию, войну, и выиграв в ней, пытается отработать победу до конца. То есть он пытается взять столько, сколько он может взять. И это происходит по всем направлениям. Это стратегия. Разумная довольно стратегия с их стороны, если посмотреть. То есть взять все, что можно. Это и по границе Армении с Азербайджаном. Вот ту демаркацию, которую они сами проводят. Да? Это и то, что касается экономики, от сотка начиная и югом кончая. Это и по коммуникациям. Они пытаются взять максимум. На это уйдет несколько месяцев. Я это уже не раз говорил во всяких, там, и даже писал во всяких там интервью, о том, что ну, они пытаются отработать победу до конца. Ну, что они должны делать? А у нас не очень-то есть ресурсы для того, чтобы этому по-серьезному противостоять. Вы знаете, рассказали, инч и верчо, айс умвари таснеги пастатхтов, инч е линелу мэгриет, кам мэгриум. Нет, не ясно. Не ясно, что хотят они. А что они, это Азербайджан. Они хотят сделать коридор, как бы он там ни назывался, неважно, да, то есть коридор сообщения с Нахичеваном и дальше с Турцией, естественно, через территорию Армении, которая будет, ну, достаточно серьезно контролироваться со стороны русских, со стороны кого-то другого. Второй вопрос. Это их задача, это то, что они пытаются сейчас отработать. Получится или нет, не знаю. Там миллион деталей, в которых дьявол, как известно, сидит. Всякое может быть. Но, в общем, делают они это. Они пытаются додавить до этого. Инченкану мэнк. Мэри Арумов. Мэнк мите. Повторюсь, да, у нас нет особых... Мэнк чэнк напастун айн царагрин, вора ир арчев дрэлэ Адрбэджан ну Туркян. Ну, знаете, вот в армянской политической мысли, если это можно так назвать, сейчас звучит много такого рода вопросов. А зачем же Пашинян поехал? А зачем же он это подписал? А зачем они это говорят, они это власти, да? Те же самые люди, которые так говорят, те же самые средства массовой информации называют то соглашение, которое было заключено, капитуляцией. Ну, если капитуляция, то тогда вопросы зачем бессмысленны? Потому что потерпели поражение.
Потому что, ну, какой коридор возможностей был у Пашиняна в Москве? Мог ли он туда не ехать? Очень сильно сомневаюсь. Это была инициатива России. Более того, это была инициатива лично Путина, судя по всему. Это было понятно, для чего нужно России, потому что вот соглашение от 9 числа, 9 ноября, ну вот нужно, чтобы оно каким-то образом продолжалось для того, чтобы Россия занимала в этом то место, которое оно в этом занимает. Да? Мог ли Пашинян пойти на то, чтобы не ехать или там, я не знаю, не исполнить эту, скажем, вежливую просьбу Владимира Владимировича? Думаю, что нет. Мог ли он, поехав туда, вот каким-то образом резче себя вести? Я не буду гадать на кофейной гуще. Я не знаю, о чем там говорили все эти 3-4 часа. Ну, хорошо, 3,5. Предположим, полчаса они говорили об этой дороге. Но, в общем, коридор возможностей у него довольно узок. Это нужно признать. Может быть, можно было что-то отстоять, может быть, было что-то не сказать. И меня, кстати, удивило, что он смог таки сказать о том, что вопрос статуса Карабаха для нас не является вопросом вчерашнего дня. Он остается как проблема. Да? То, что он говорил о пленных, это я ожидал. Да, я ожидал, что никто никаких пленных ему не даст, и ожидал, что он об этом может сказать. Да, ну, вот гуманитарный аспект. Но он сказал еще одно. Но, повторюсь, положение непростое. Надо понимать, где мы находимся. В общем, это все следствие того, что... Асинка Кенерик, спасели ли вы размагеринери Харцчи Кеннальпилу? Это мечев айца Пашиняна, не шумел, ты в мек оракалька мы сам маренц. Ну, я же говорю не о мнении Пашиняна, я не Пашинян, я Искандарян. Вот я из анализирую, но Алиев же это говорил. Алиев же это говорил. Вот я вот почему я должен только Пашиняна слушать или читать? Я и Алиева должен. А так я еще должен, просто вот подходя к своим обязанностям добросовестно, а также я еще должен делать то, что называется многофакторным анализом. И делая этот анализ, ну ты же видишь, что делают азербайджанцы. Азербайджанцы специально выискивают больные места у армян. У армян обоих, и у армян Арцаха, и у армян Республики Армения. Да. И по этим больным местам бьют. Они отрабатывают те комплексы, которые скопились у них за последние 26 лет. Да. Это видно. Это если анализировать то, что они делают. Они, например, они иногда берут те территории на границах с Республикой Армении, которые им не нужны. Вот зачем, спрашивается. Да? Иногда с некоторыми из этих вот проблем, там, ну вот с пленниками, да, зачем их держать? Зачем они нужны Азербайджану? Вот у меня есть подозрение, ну, конечно, никогда и никем уже не доказуемо, что если бы это был отец Эйдар, то он бы не делал таких вещей. Ну, победил, слава богу, окей, зачем вот это? Но тут ставится специальная задача, повторюсь, отыгрывать свою популярность внутри Азербайджана, раздражая армян. Ну, во-первых, там культура такая, во-вторых, культура политическая, я имею в виду, да. Во-вторых, это, ну, отрабатываются комплексы. В этом ожидать, что будут отдавать этих пленных в Москве Пашиняну, а зачем? Бумагу Пашинян и так подпишет, это вообще более-менее понятно. Керинери харцы айсож харцы луцум ум зеркум. Ишханакан бороз шарджанакнер, Павел Искандарян, айцы цетон, нешетин, авельчиш танумен айн угуцюне, борж ай етерусекан говнузен эрка луцер, керинери харцы. Чисто Алиева, ха. Ну, понимаете, это что означает слово? Нет, ну понятно, что это в руках у Алиева. Да, они в Баку, они в Азербайджане. Понятно, что юридическая зацепка есть. Что говорят азербайджанцы? Это люди, которые взяты в плен после окончания войны. Правда это, неправда это второй разговор. Они говорят, мы взяли их после войны, соответственно, это не касается того соглашения, которое было. Это не военнопленные, это террористы. Среди тех
людей, которые были отданы азербайджанцу, есть люди, которые, террористы, действительно, они убили ребенка. Во-вторых, они убили его несколько лет назад, его отношение к этой войне это не имеет. И вообще написано всех на всех. Ну, не важно. Важно, что ситуация вот сейчас, сейчас такая. Это в руках Алиева. Мог ли, могло ли быть оказано давление на Алиева такого размера, чтобы они были вынуждены это отдать? Теоретически, да. Ну, у России много всяких средств, да, подогнать к боку какой-нибудь авианосец и сказать, сколько там у вас армянских пленных. Ну, понятно, что этого никто делать же не будет. А в реальном режиме, в политике же оно всегда так, хочет и может, это одно и то же. Раз это не получилось, значит, не хватило сил. Они будут смотреть на то, как дальше будет себя вести Армения с исполнением этого соглашения. Потому что это же меморандум. Там тоже можно, цепляясь за каждую букву, вести переговоры о каждом метре железной дороги в ближайшие 300 лет. Ну, понятно же, что это так. И, соответственно, тут будет козырь в том числе, причем такой козырь, который довольно сильно раздражает. Ну, довольно сильно важен для армянского общества, что они видят. Например, если бы дело было наоборот, то Алиеву, судя по всему, все равно, сколько там этих самых пленных, заложников и так далее. А тут это важно для армянского общества. Алиев на сумме, пану Искандерян, ур Арцахи харц на Алиева санкциалуме, айн лютвадзе. Мы кинченко. Ну, я знаю, что говорим мы. Мы часто говорим разнородные вещи, а иногда просто молчим. А я могу сказать, что говорю я. Что понимаю в этом я. Да? Персонакан Ереван, ничего. Официальный Ереван, находясь в Москве, в лице премьер-министра, сказал, что вопрос статуса остался. Более того, господин Путин говорил с Макроном по телефону, с Макроном как представителем страны, являющейся одним из сопредседателей Минской группы. Спрашивается, зачем? Если карабахский вопрос решен, зачем нужна Минская группа и зачем говорить с Макроном на эту тему? Да? Официальный его, действительно говорит, но в выраженном таком виде, чтобы было вот какое-то заявление о том, что как мы будем продолжать процесс. Нету этого и пока, и довольно долго еще не будет, я думаю. Потому что сейчас определяется, как вообще мы будем жить дальше, да, как будет развиваться эта проблема дальше. Мер похарен ворошум эн Арцахи харца, ворошел эн Арцахи харца, мер похарен ворошум эн Хаястани апаган? Нет, он не решен, карабахский вопрос. Нет, то, что говорит Алиев, это, извините, я к этому могу относиться, как-то с юмором не скажешь, да, со скепсисом, вот давайте так скажем. Решен карабахский вопрос, да, господин Алиев? Окей, все, значит, так останется на ближайшие 5000 лет. Вот на территории Азербайджана, международно признанной, которую Азербайджан считает своей, 86 тысяч квадратных километров. Из этой территории примерно 3 тысячи квадратных километров, да, не находится под управлением азербайджанских властей. Управлять этой территорией Азербайджан не может. На этой территории живут люди. Сколько там будет жить в итоге, мы посмотрим. Ну, понятно, что там 100 тысяч, может, меньше будет, чем было, да, не 150 тысяч, а там, я не знаю, 100, 120, неважно. Ну, в общем, какое-то количество людей, которые провозгласили республику Арцах, и ни в какой Азербайджан они вступать не собираются, и паспорта никакие азербайджанские они брать не собираются. А Азербайджан эту республику Арцах не признает. А проникнуть на эту территорию Азербайджан не может, потому что вокруг стоят русские миротворцы. Что значит вопрос решен? Как это решен? Вот представьте себе, что существовала бы в Армении какая-нибудь территория, какой-нибудь условный, там, я не знаю, Ванадзор, в который я бы не мог поехать. Вот сесть на свою машину, у меня машина есть, вот сесть на свою машину сейчас и поехать в любую точку Армении я могу.
А вот если бы был какой-то Ванадзор, в который бы я не мог поехать, и в Ванадзоре бы жили какие-то люди числом 100 тысяч человек, которые провозгласили бы какую-нибудь республику Швамбрания, которую я бы не признавал. Вот это был бы решен вопрос или нет? Конечно же, нет. Соглашение от... Ноябрьское соглашение, оно не про карабахскую проблему. Оно про приостановку боевых действий. Там про карабахский конфликт, собственно, про статус Карабаха, про такого рода вопрос, ни одной буквы нету. Карабахский конфликт где был, там и остался. Гнаравож гамарумек, вож русского пагнери неркаюцюна, арнвазан панангастуцюнкам галхацаванка, арачацне Адрбеджане, амар арачка. Обязательно это будет. Обязательно, непременно. Азербайджан довольно скоро... Ну, собственно, оппозиционеры, которые в основном не в Азербайджане, а где-то там в Европе, они уже это говорят. Начали. Это можно найти, эти дискуссии. А в Азербайджане через несколько месяцев общим местом будет тип пропаганды, что мы тут все решили, а русские нам не дали. Обязательно будет, конечно. Мы уже доходили до Степанакерта, я не знаю, до чего угодно. Все сделали, а русские нам не дали, они приостановили, мы не смогли дорешить этот вопрос до конца и так далее. И я Винчика бери, да? Ничего ж, арчакатмун, конфронтация? Нет, нет, такая вещь может продолжаться десятками лет. Угу. Это все, это то, с чем можно работать. Это... Я, между прочим, не считаю, что политика Алиева... Это политика Алиева. Нет, это политика Алиева. Но я не считаю, что она достаточно хороша для него, потому что говорить, что карабахская проблема решена, это окей на месяц-другой, а потом? А потом, она же, ну, как минимум в ближайшие 5 лет, она останется в таком виде, в котором она останется. И, ну, это естественно, что азербайджанский гражданин начнет задавать вопросы, а что значит решена? Да, но не важно, что говорю я, что говорит Алиев, важно для внутриазербайджанского потребления. Павел Искандарян, тесек, перепохвен Хаястан, вортех шахт ушаграв, так кич идавичаке, а? Хаястанум унэнк партвац, микогмум партвац рекавар. Воре чи гену? Мюс когмум унэнк андимуцюн, воре чи кагонум стипел ишханутяна гнал. Ев ерорд когмум унэнк хасаракуцюн, воре сэнц асэнк, тарацашарджанайн бар асэнк, тамашаян кохкиц, наим айс аменинчин. Какая-то унибацатрицу. Ну да, конечно, это ясно более-менее. У нас есть два вида ненависти или два вида пропаганды ненависти. Первый – это все виноваты какие-то старые власти и надо поддерживать Пашиняна, несмотря ни на что. Потому что вот в нем спасение. Ведь сейчас даже не говорят, что Пашинян хорош. Говорят, что если не будет Пашиняна, Пашиняна и Кайна, в общем, вот этой политической силы, то придут какие-то старые. Что-то под ними понимают, это второй разговор. Но вот так, да. С другой стороны, люди говорят, фактически, если перевести с языка 18 года на язык сегодняшний, мержи николи. Цель устранения препятствия, Никол, является препятствием для. Для чего? Это уже вопрос для обычного человека на улице. Да? То есть вот мы же видим те митинги, которые собираются. Это митинги абсолютно недостаточные для того, чтобы сместить власть. Совершенно недостаточно. Там нужно не 5 тысяч человек и не 7 тысяч человек. Минус Тасин. 10, 15, 20 – это мало. Минус Тасин Анакин. Это тоже причина, но боюсь, что далеко не единственная и не главная. Да. Соответственно, вот это две группы. Я смею предположить, социологии плохо. Есть уже социология, но она по своей методологии меня не очень удовлетворяет. Ну, не важно, что и та, и другая группа занимают не большинство общества, это видно, да, есть индикаторы, то есть понятно, что это так. А вся остальная часть общества, она, давайте назовем это то состояние, в котором находится, апатией, усталостью. Люди не хотят,
они устали делать второй раз революцию через два года, когда первый раз они ее сделали и получили то, что получили. Они не хотят, они не видят перспектив. Им разговор о том, что является проблемой и как из нее выходить, не кажется достаточным. Заметьте, вот я хожу на митинги, смотрю, наблюдаю, да, всегда. Митинги в своем большинстве мужские, а не женские. Было ведь почти наоборот в 18-м году. Почему? Потому что лозунги чисто политические. Чистой воды политические. Да, Карабах, граница, война, взаимоотношения с соседями. Вот это все чисто политические. Тогда были социальные, любой домохозяйке понятные. Примитивные, иногда смехотворные. Да, банки не будут брать процентов за кредиты, полицейские не будут регулировать дорожное движение, и у всех, у кого-то отнимут деньги, у всех зарплата увеличится на 50%. Смешно. Но это понятные каждой, повторюсь, домохозяйке лозунги. Тут лозунги чисто политически труднее вытащить людей. Кроме того, те люди, которые стоят, у меня такое ощущение, что это люди... Ну, в общем, более-менее моего возраста. Ну, помоложе, может быть. Но, в общем, это не молодежь. Опять же, вспомню 18-й год. Тогда я тоже ходил на все митинги, работа у меня такая. Да? Там же, начиная с 15 лет, люди стояли. 15-16-летние люди, уже было их очень много. И девочки, кстати, тоже в больших количествах. То есть, вот фундаментом сохранения власти нынешней правящей элиты является не поддержка, а апатия. Որքան կշարունակվի Փաշինյանի իշխանությունը եւ ըստ ձեզ ինչ է կարող է ստիպել այ ներքաղաքական процессները ինչ-որ բեկում մտցնել? Может очень долго. Ну, есть же аналоги. То, что у нас происходит. То, что. Нет, если случатся какие-то события из ряда вон выходящие, мы посмотрим, да, их трудно предсказывать. С другой стороны, уже случилось все из ряда вон выходящее, но группа поддержки, очевидно, были кое-какие исследования о том, что уменьшается постепенно поддержка Пашиняна. И уменьшалась она довольно-таки интенсивно, там, примерно по 0,5% в день в какой-то период. Но очевидно, когда она пришла к центру, в центре этой поддержки остались люди, которые будут поддерживать его и их в любом случае. Это уже эмоциональное отношение, а не рациональное. Причин много, времени нет говорить. Но, в общем, вот эти люди останутся. Или значительная часть, ядро поддержки, оно останется. Соответственно, вот это будет в любом случае. Случится какой форс-мажор, ну, не знаю, какой еще форс-мажор, кроме войны, да, хуже, чем война, может случиться. Понятно, что будет экономический кризис, что ситуация не будет лучше, понятно, что проблема беженцев будет, проблема с границей будет. Это все более или менее укладывается в то, что происходит. Другого мне представить сложно. Значит, но если будет продолжаться ситуация такой, какой она есть, по-разному может быть, у меня примеры есть. Я эту ситуацию назвал бы у нас венесуэлизацией. Чавес. Это может быть очень долго. В конце концов, у Чавеса под конец рейтинг был меньше 10% в Венесуэле. А он умер своей смертью, между. Более того, зачем далеко ходить, да, и рассказывать несчастным телезрителям, мало того, что я на иностранном языке с ними говорю, да еще я им про Венесуэлу рассказываю, которая, может быть, им не так хорошо известна. Но Армения всем известна. Примерно с 92-го, примерно по 2018-й, в Республике Армении правили власти при очень низкой легитимности. И ничего, справлялись. И при Тер-Петросяне, вторую половину правления Тер-Петросяном. И при Кочаре-Серсарксен приходил к власти не очень, с большими рейтингами. После 1 марта, 8 года. Хорошие политические традиции у нас продолжаются. То есть, вот возможность, я не говорю, что так обязательно будет, я не могу так говорить. Но возможность того, что люди с низкой легитимностью
При отсутствии мощной объединенной идеологической оппозиции с позитивной программой, отсутствие массы протестующих и существующего в области, в обществе апатии, что они могут достаточно долго находить у власти, есть эта опасность. Что кольцо на Арсадритян? Что кольцо здесь? Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հետ փորձեցինք հասկանալ ներ և վեր քաղաքական զարգացումները։ Շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար։